Леонид Якубович долгие годы предпочитал жить за городом, но сложность передвижения по Москве заставила его вернуться в столичную квартиру. И оказавшись в родных стенах, телеведущий решил обновить помещение, где не делал ремонт уже более 20 лет. А за помощью звезда «Поле чудес» обратился в шоу «Идеальный ремонт». Так Якубович и его супруга попросили переделать лишь гостиную и остановиться на скандинавском стиле. Но эксперты программ предпочли проигнорировать запросы гостей. Они сделали ремонт по всей квартире. Основным цветом стен дизайнер выбрали белый с эффектом яичной скорлупы. На пол же они постелили норвежский темный ламинат, а вся квартира оказалась выполнена в стиле английской классики. Ремонт шокировал Якубович и его супругу. Телеведущий признался, что не ожидал переделки всей квартиры, но остался доволен новым интерьером, который напомнил ему музей. А как вам?